Мы говорили о наших двусторонних отношениях, об инфраструктуре, основных приоритетных проектах, соглашения о которых мы подпишем в ближайшее время. Я думаю, что это очень важно, ведь наше будущее в ЕС, и Украина готова быть в НАТО. Мы ждем, когда НАТО будет готово принять и видеть в своих рядах Украину. Я думаю, что гарантии безопасности очень важны не только для Украины, но и для наших соседей, для Молдовы. Из-за России и ее агрессии в Украине и потенциальной агрессии в отношении других стран Европы. Я думаю, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддерживает нас и поддержал, когда у меня была двусторонняя встреча с ним. Но нам нужно все единство во всем альянсе, и мы работаем над этим. Когда мы победим, война прекратится. Или Россия может остановить эту войну раньше. Они могут уйти на свою независимую территорию с нашей территории. Я думаю, это и есть ответ. Or Russia can stop this war earlier, they can go out to their independent territory.